Браконьеры на западе края остаются без улова. В пресс-службе ассоциации «Река Большая» констатировали резкое снижение незаконной деятельности граждан. Это связывают в первую очередь со слабым подходом рыбы. Инспекторы отчитались, что с начала июля совершили более 140 рейдов и не менее 100 проверок. При этом браконьеры лишились 52 сетей и 2 лодок. Но похвастаться уловом нарушители не смогли. В браконьерских сетях оказалось лишь около 30 особей рыбы, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что официально промысел лосося в Усть-Большерецком районе стартует только через 5 дней. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.